Break. Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Драйвер 51 Рус. Сегодня у нас опять обзорчик на приватный мод от Сергея Мишина. На предыдущем обзоре назвал правильно, потом все время Сергея назвал Мишей, да? Так что от Сергея, ребята, мод GCB4XSX, экскаватор-погрузчик. Значит, вот такой экскаватор у нас будет. Так, давайте-ка сразу снимем с него вообще, что там я поставил уже. Всего этого нету, это все у нас аддоны. Значит, вот такой у нас, ребята, экскаватор-погрузчик. Текстурки, конечно, и сама моделька обалденная, ребята. Давайте его посмотрим, покрутим со всех сторон. Ну классно вообще. Сзади манипулятор такой стоит прикольный. Давайте в салон залезем. С камерой, конечно, тут немножко надо ее пододвинуть, но я думаю, что Сергей все исправит.
салончики тоже все классно. Ух ты, приборка какая. Слушайте, ну охрененно, конечно, охрененно. Прямо и текстурочки, и все даже внутри. Ребята, все выглядит классно. Зеркала такие покоцанные. Так, ну что, присутствует анимация руля, ребята. Сейчас мы как-нибудь подъедем туда. Мод. О, смотрите, тяги работают. Анимация карданов. Тяги, анимация, ребят, присутствует. Видите, поворотные кулаки как по путевому поворачиваются. Классно. Так, ладно, давайте смотрим. Есть второй комплект колес, ребята. Внедорожные вот такие. Слушайте, ну, да. Прям, как говорится, то, что доктор прописал, да? Я даже не знаю, на каких мы колесах и поедем. Давайте поедем на внедорожник. Так, и ставим. Значит, у нас присутствует. По функционалу тоже пока что еще ничего не прописано. Мод приватный. Стоимость мода, ребят, 400 рублей. Ссылка на Сергея будет в описании под видео. Также в группе в разделе товаров будет ссылочка прямая на Сергея. И проходите туда, и по поводу приобретения данного трактора, вот этого экскаватора-погрузчика GCB 4CX, да, все обращайтесь прямо к Сергею. Так, значит, по функционалу тут тоже пока что ничего нету, но это все в процессе, я думаю, Сергей поправит, и все будет отличненько. Значит, поставили мигалку, давайте посмотрим ночью. Все у нас тут бегает, все мигает, все классно. Это все работает, свет. Свет, все, ребят, присутствует у нас. Задний фонарик не загорается. Ну, это, наверное, давайте заведем его. Ну, тоже пока еще нет прописочки на фонарях, но ничего страшного. Столбы есть, задний ход есть. Нужно будет только дописать прописочки, габаритики. Так, ну давайте включаем. Все у нас тут есть. Свой звук, конечно, звук тоже приятный вообще. Сейчас тормознемся, подождите секунду. Так, ну вроде как мазочек сделал погромче, думаю, не будет забивать. Если будет забивать, напишите. Хотя нет, давайте все-таки маленечко потише сделаем. Все-таки вот так как-то. Поехали дальше по аддонам, значит, по аддонам. Значит, ставится у нас такая крышня. Угу. И сзади такая клешня для зацепа. Естественно, все это, ребята, анимировано. Присутствует анимация. Давайте ее смотреть. Так. Сейчас найдем, где тут что есть. Ага, крутится у нас задний зацеп, понял. Так, здесь что у нас происходит? Ага, открывается зацеп, есть. Пятерка, это задний. Упс. Ага, регулировка. Здесь идет регулировка. Так, опоры. Угу.
Рабочий опор, ребят, все нормально, поднимает он его. Так, передняя стрела. Ага, вверх-вниз. Вперед-назад. Ага, это захват задний работает. Так, ну давайте что-нибудь, я не знаю, возьмем. Попробуем загрузить на машину. Справа вот, ребят, модель это стоит ЗИЛ 45. По одному бревну только зараза дает. Ну давайте попробуем такого. ЗИЛ 4502, это тоже на Сергея Мишина. Так, теперь нам разобраться вот здесь. Вверх, вниз, так. Давайте попробуем. Попробуем его забрать. Высоковато. Так вот. Стоп. Так, где же нам тут теперь его закрыться? Вот он. Хрена, забрали. Четверка. Поднимите, давайте его. Создать средний. Еще. Хреново, что по два не создает, да? Так, опускаем его. Выпускаем, теперь открываем. И как-то давайте попробуем отъехать. Так. Стрела. Попробуем все это дело поднять. Ап, стоп, 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 захват надо. Взяли. Ну-ка, поехали, попробуем его, ребят, загрузить на машину. Ах, ёп, потеряли, короче. Это немножко, ребят, надо подрегулировать. Подрегулировать захват по моторчику. Так, подъехали. Давайте скинем все это дело. Ну, грузится все, ребят, грузится все, рабочий, все классно. Так, давайте назад. Надо было отъехать. Ядрен батон. Сломаемся с зилак, ядрен. Давайте попробуем задним этим.
манипулятором бревно, которое уронили, поднять. Даже не знаю, как тут. Еще не катался на нем, так не знаю, как это работает. Это стоп-машина. Так, нам надо опоры. Так, подняли. Так, теперь. Так, это у нас это. Маятник. Оп, стоп. Блин, мы такого не достанем, походу. А мы сейчас его подтащим, чё. Так. Так. Ага. Теперь надо куда-то его... Стоп, стоп, стоп. Ну-ка, стоп. Сейчас я тут, блин, нагружу. Да ёшкин кот. Где тут что поднять-то надо? Передний ковш. Маятник. Стоп, назад, надо пониже. Пониже, наверное. Повыше, вот. Так. Зацепились. Так. Дмитрий. Привет, Дмитрий. Да, тракторок вообще классный. Ты. Тут, конечно, немножко надо Сергею будет моторчики подтянуть, а так, в принципе, все. Все путно. Вверх, вверх, вверх. Ё-моё. Сейчас я тут нагружу. Да. Вот беда, конечно, то, что манипулятор вот этот. Ну, давайте еще раз попробуем. Чё? Оп, стоп, машина. Надо попробовать подальше его схватить. Ну-ка. Да, тут, конечно, управление тяжковато маленько. Скажем так. Хотя, в принципе... Кто фанат тракторов, я думаю, недолго тут примастерится к нему, ребята. Так, ну, давайте попробовать его поднимать. Вот оно как. Сейчас потеряю его опять кедрине фини. Ну да. Так, дубль два. Да и
ты корень. Я могу перекинуть, ничего страшного, так. Так, где же он поворачивается? Где-то кош. Перед, кош, зад, вот. Ага, это сюда крутится. Упс, не туда. Во! Сейчас мы, парни, это все дело загрузим. Вот камеру бы, конечно, такую мудрану, ребята, было бы просто великолепное дело. Ну и все, смотрите, все, мы его погрузили. Отлично. Ну вот управление бы, конечно, вот как на дефолтном манипуляторе, тут бы вообще было бы классно, конечно. Так, где тут вверх, вниз? Стоп, парень. Сейчас мы тебя на место. Ну, в принципе, два рабочих манипулятора, да. Передняя это клешня. И задняя. В принципе, все это, ребята, работает. Все складывается, все, в принципе, довольно-таки обалденно работающее. Да, единственное, что вот мне вот не, вот этот бы зацеп, чтобы он болтался как дефолтный, более проще было бы с погрузкой. Так, каждую кнопку нажимать. Да, вот проблематично, что вот с этим. Да, я тоже вот придерживаюсь такого мнения, что, конечно, сделать управление более как вот на дефолтных кнопках, чтобы не мучиться, очень много телодвижений тут приходится именно по этим кнопкам. Хотя, ну, в принципе, я думаю, что это все, наверное, поправимо. И все это можно как-то запитать на дефолтное управление. Так, что у нас еще есть? Давайте посмотрим. Так, по погрузке оба передние и задние работают нормально, да? И у нас остается тут еще... Сейчас. Снимаем эти хрени. Ага. И ставим вот это. Это у нас, ребята, уже идет экскаватор. Также все... По функционалу, я так понимаю, все работает. Сейчас мы все это делать что-нибудь. Стрела передняя. Упс, что-то с CDT-шкой или тут полигон такой говняцкий сделал, не пойму. Что все проваливается. Так, что-то еще захват. Ух ты, ни хрена себе, вы видали это? Ха-ха. Вот эта тема, кстати, да? Ну-ка. Вообще зачет, да? Но вот на этих вещах нужно вот как на манипуляторах немножко мотор подкрутить, чтобы помощнее оно было. Да? И я думаю, будет тоже классно. Мы найдем что-нибудь попихать. Так, давайте что-нибудь поедем. Тут, наверное, камней-то нигде нету, по-моему. Походу нет. Давайте зела протараним. Что нам заморачиваться? Сейчас мы его. Все пропало. Ну опять же, это особенности игры, тут все вот эти. Поэтому да, вот видите, вот он цепляет, и вот мотор слабоватенький немножко.
хотел бы какие палки найти и дерен батон. Проходимость у него вообще зверская. По поводу бревна. Да, на бревно, кстати, можно волоком таскать еще, да? По идее, это сзади вот цепить. И волоком переначить. Ну ладно, давайте уже сейчас мы снимем эти хреновины. Задние экскаваторы не надо, давайте тоже попробуем. Как бы сама игра-то еще... Ну да, смотрите, точка зацепа есть тоже. А, это тракторная точка зацепа с КП. Так, ну давайте стрела. Где-то кнопки. А, это передок, передок, стоп. О. Ну все, конечно, все тут, ребят, шевелится, все работает, все классно. Но вот анимацию бы, конечно, подвязать к дефолтной. Да? Было бы, конечно, вообще огонь. Все это, конечно, функционирует, все классно. Так-то они, видите, как бы кнопочки-то идут подряд, поэтому более проще все это. В принципе, они все подряд по этому самому захватывают. Все захватывают. Все работает. Ну давайте снимаем. Я думаю, да? Цепляем вот эти манипуляторы. Да поехали, прокатимся по полигону. Растопырим сейчас все это дело. Так, стрела. Повыше. Так вот погнали. В принципе, да, тут немножко моторы подкрутить, и все будет, конечно, все классно. Подвесочка работает вообще замечательно. На, вон карданы видно, что крутится тут у него, да? Проходимость у него вообще, походу, зверская. Сейчас мы все грязевые ямы-то тут прокатаем. Классный, классный, ребят, трактор. Еще раз повторюсь, ребят, ссылочка прямая на автора мода будет в описании под видео. Также в группе, ссылка на группу также тоже присутствует под видео. Подписывайтесь, кому интересно. А по поводу приобретения данного трактора, пишите самому Сергею, ссылка есть, также будет в группе выложена ссылочка в разделе товаров. Стоимость трактора 400 полов. Я думаю, в принципе,
Трактор по модельке, по текстуре вообще обалденный. Я думаю, что Сергей немножко его подкрутит там по этим, по работе, может быть, даже что-то исправить. Там дефолт что-нибудь попробует поделать, не знаю. Это уже уточняйте у самого автора, ребят. Ну, подвеска у него вообще, смотрите, шикарно идет. Работает. Нифига он тут весь такой переваливается. Обалдеть, вообще классно. Зачетный тракторишка. Подвеска вообще замечательная. Смотрите, как он, конечно. Ощущение такое. Непонятно, как у него там работает. А, у него вон. Ну классный аппарат, ребят. Опять же повторюсь. Зилок, кому интересно, 45, вот этот 02, который стоял на подгрузке, который пытались грузить, это тоже Сергея Мишина. Можете по этой же ссылочке проходить и по поводу приобретения зилка тоже писать Сергею. Слушайте, ну трактор, да, вообще огонь. Нормально все, давайте бревно как зацепим с собой. А, ну короткие они вообще по идее. Сейчас хреначим мы тут точно хреначили. Сейчас мы возьмем два, по-моему, коротких бревна, по-моему, выскакивает, да? Тут на этом подложке-то. Ну да, два. Ну, сейчас возьмем вот эти два полена и похреначим с ними. Сейчас мы... Под него... Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. Наверное, вот так, может быть, возьмем. Ой-ой-ой, низковато. Чуть-чуть повыше надо. Ну все, в принципе, да? Назад. Вперед. Мы берем, поднимаем. Ну и все. В принципе, не так уж и сложно управление. Вот видите, вроде как бы я только-только сел за этот трактор, уже более-менее. О, потеряли полено. Как-то что-то вылетело тут. Непонятно как. Давайте мы это полено возьмем получше, это что-то не... Ну как бы мы это еще не протолбанили. Ну, все вроде зажато. Ковшо, ковшом попробовать потянуть брем. Ну сейчас мы давайте кружочек-то доедем, как бы этот полигон. И попробуем ковшом полено попихать. Я думаю, должно быть все нормально там. Должен отпихать без проблем. Единственное, что моторы слабо настроены, поэтому они так и прыгают. Но это все настраиваемо и регулируемо. Это все недолго делается. Так. Ага, вот тут что-то беда с СДТшкой тоже ребятам на этом погрузчике. Но это, я думаю, Сергей все подправит. То есть это все еще моды, которые будут немножко дорабатываться по моделькам, по всему, как бы, по функционалу все будет прописываться.
по самой работе. Подвесочка все отлично. Вот. Поднастроить надо немножко тут моторы, наверное, и СДТ-шку, задние фонари прописать габаритные, да. А так все анимации, ну, руки поправить этому чебуреку, чтобы он там поровнее. Но это все как бы делается в течение там часа. Можно все замутить, подделать, подстроить. Я думаю, что это не такой уж и большой косяк, да. Так, мы бревнут потеряли. Давайте ковш поставим сейчас. Что-то я упер далеко. Что-то не подумал. Бревно-то потеряли. Вот надо сейчас поменять нам ковш поставить. И попробовать это полено пихнуть. Да. СДТ-шка есть просто. Видите, за дерево оно цепляется. Просто где-то чутка проскакивает. Или может это... Бревна такие хреновые, точно не могу вам я сказать ничего. Так, где мы полен-то потеряли? Сейчас не найду я его. Бревно, ты где? Что-то уже все похоже, бревна нету. Уже кто-то распилил. Распилил бревно, ё-моё. Ой-ой-ой, вон оно лежит. Все на месте, ребята, все на месте. Давайте ставим ковш. Так, гараж. Так, это у нас. Вот оно. Меняем на это. Ковш, стрела. Опускаем его. Все, погнали. Да все нормально, ребят, берет он, ну, видите, да? Нормально все катит. Поэтому камни, которые валяются, я думаю, он тоже должен спокойно эти камни перетаскивать, грести. Я думаю, что без проблем. Антон, привет, Антон. Антон всем привет передает, ребята. Так. По мотору надо, ребята, смотреть по видео по мотору, настройки мотора, это все в HML машины, того же трактора, все это крутится, регулируется, в принципе, это все. Так, смотри. Ну пихает он нормально, он и камни будет, я думаю, дербанить без проблем. Давайте поднимем его сейчас. Так, стрела. Все, погнали дальше. Ладно, с этим, с ковшиком, а сзади манипулятор, наверное, да? Или что там у нас? Ну да. Ну, хороший тракторишка, хороший. Все это поднастроить можно. Проходимость вообще у него бешеная просто. Сейчас мы тут еще в грязище-то залезем, наверное. Подвеска работает, ребят, замечательно просто. Классно. Работа вот этих рулевых тяг, передок, смотрите, вообще как гуляет, вообще суперски. Модель, текстурки, еще раз повторю, просто классно. Не знаю, откуда этот мод. Тоже, я думаю, откуда-то выдернут, наверное.
купить какую-нибудь ферму, я не знаю. Может быть, а может быть и нет. Но модель классная, ребята. Модели, текстуры просто классные. Отлично вваливает. Скриншот. Это был скриншот. Блин. Дмитрий, давай вот вопросы по поводу моторов. Это вот у ребят поспрашиваю кого-нибудь. Все это меняется, все это делается. Просто, например, у меня времени сейчас нет. Может, кому-то с магазинов написать, может, что поможет пообщаться. Или, например, зайти ко мне в Дискорд. У меня сидят мододелы, ребята. Может быть, даже я или они помогут по поводу настроек там таких каких-то. Ссылка на Дискорд на мой, это в моей группе в разделе ссылки, там есть Дискорд, ссылочка на Дискорд, куда зайти, можно спросить, сидят там ребята, Паша мододел, там сидит Рома Голдман, там есть, присутствуют люди, которые все это знают, умеют и могут помочь. Поэтому проходи в группу, подписывайся. Заходи в группе в разделе ссылки, находи там Дискорд, проходи по ссылке в Дискорд и уже там можешь позадавать вопросы. Ну идет, ребята, вообще по проходимости. Классно. Смотрите, да, проехал. Ну, прицепчиков, да, у него тут нет никакого этого. Фаркопа, да. Ну, в принципе, может быть, Сергей добавит фаркоп какой-нибудь. Тут можно было что-нибудь таскать, хрен его знает. Опять же, не могу вам ничего по данному факту сказать. Но я думаю, неплохо было бы, если бы он что-то еще сзади таскал. Хотя бы дефолтную хрень там этот прицеп здорования. Да, с топливом, гаражный прицеп. Но проходимость у него вообще бешеная. Управляемость, в принципе, тоже хорошая, да, подвесочка играет нормально. Отличный трактор. Давайте, раз он полный привод, сейчас мы тут на нем. Опа. Давайте-ка поднимем эту хрень повыше, чтобы она нам не мешала, не цепляла ничего. Ну, поехали. Оу! Огонь! Чуть на козла его на морду не поставили, ядрен батон. Ух! Однако, как говорится, экстремальный тракторишка-то. Воу, братан! Веселый трактор такой. Ковш, наверное, тяжеловат, я так понимаю. Еще и манипулятор там сзади цепляется, зараза. Классно, классно, аппарат, ребят, вообще. Оп, опять встали на передние колеса. Оп. Ты чё, братан, творишь? Ёшкин кот. Забавный драндулет, конечно. Так. Ковшом брать бревна, да нет, что-то как-то у меня нет желания. Да и еще, ребята, надо позаписывать обзоры. Приобретайте трактор, пробуйте взять ковшом бревна. Я думаю, что он починить надо, да? Вообще-то у нас ковши немножко. О. Сюда давайте еще попробуем залезть.
Ну, проходимость у него, ребят, замечательная. Как бы он так-то полнопривод гребет. Только свист стоит. Давайте еще на подвеску сюда загнать, что ли, попробуем. О, нифига себе. Как-то мы тут засадили возле гонца. Тут подвеска еще нормально. Давайте попробуем, тут он пройдет, не пройдет, но должен пройти. Сейчас я чувствую. Пипец. Давай, братан, заведись. Утопили нахрен трактор. Вот тебе и здрасте. Ну давайте его подвытащим маленько. Заводись. Берем корень. Нет, еще нифига не хочет он заводиться, ребята. Все завелся нормально. Так что, ребят, утопить его можно. Ковш, Дмитрий, открывается ковш, открывается. Можешь посмотреть, перемотать видео. Открывали мы его. Ковш открывается. Ну классный такой GCB, конечно. Зачетный тракторок. Стоимость, ребят, еще раз повторяюсь, 400 рублей. Ссылка на автора по поводу приобретения, которого вы можете писать, будет в описании под видео. Также в группе в разделе товаров будет ссылочка на автора под этим товаром. Напрямую пишите автору все вопросы к Сергею и все он там вам там ответит по поводу данных своих. Ссылочка на группу, ссылочка на донат, ребят, на мою, все в описании под видосом. Так что проходите, кому куда интересно, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу. Давайте еще по скорости его попробуем, в таком, скажем, собранном виде, сколько он выдаст. Ну так он шпарит и нормально, проходимость вообще отменная. Сама модель немножко будут упростить, конечно, управление, я думаю. А так все зачет вообще. Двадцать три, двадцать четыре, но он едет почти как дефолтная машина, ребята. Поэтому что тут сказать. 24 километра стажей. Отлично шпарит. По поводу открывания ковша, да, Дмитрий задавал вопрос. Открывается ковш. Где он там? Сейчас я его открою. А, это задний. Так, есть. Не то. Так, так, так. Вот, ребята. Да, можно попробовать даже здесь, в принципе. Взять бревно, но я уже не буду это делать, да? По поводу взять бревно ковшом, экспериментировать. В принципе, можете написать Сергею, спросить, берет он или не берет ковшом бревно. Но я думаю, там надо просто моторчики немножко подкрутить, чтобы они помощнее были. Все, в принципе, отлично едет. Отлично едет, отлично работает, отлично выглядит. Бац. Все. Да ну нахрен. Я перевернул трактор, ребята. Сейчас попробуем его поднять, конечно. Ой, братан. Тяжко это будет сделать, походу. Это будет, ребята, наверное, тяжеловато.
подберем корень. Как я трактор умудрился уронить? Ну, чутка не хватает, а давай. Вот зацепы бы на крыше бы ему сделать, ребята, или боковые, я не знаю. Так, как бы перехватиться куда-нибудь подальше, может. Сейчас нормально заведем его. Да ну никуда ты, японский городовой. Только так все хорошо, скажем так, начиналось. Надо было поднимать до конца, а потом заводить. Но теперь я его, наверное, вообще не подниму. Возможно, не такой вариант. Нет, я его подниму. Вот. Хочешь, не хочешь, а надо поднять, да? Давайте-ка его сейчас мы по-другому немножко раскорячим. Иди сюда. Ай да ё-моё. Ну вот и карданы, кстати, мы увидели. Хорошо, что ты перевернули. Карданы, ребят, присутствуют оба. Так, ну давайте доставать этот тракторок. Да, ну вот зацепы, конечно, тут не хватает немножко зацепов. Ну что ты, братан? Ты чё творишь? Да давай вставай. Ёшкин кот, мальца не хватает-то. Ну, опа, есть контакт. Сейчас мы его заведем. Ой-ой-ой, стопэ. Стой, братан, не падай. Да ну какого ты хрена, как говорится, да, завалился. Ну чуток же, ёпкотский городовой, чуть не хватает. Сейчас, ребята, мы его поднимем. Да ну ты посмотри, ты какой упертый-то, ты чё, олень? Вставай, тишка. Блин, ну все, у меня уже. Да ну. Так, как бы тебя парень поставить, чтобы ты встал? Все, есть контакт. Не все так плохо, как говорится, в этой жизни. Подняли меня, ребята. Ну, в принципе, конечно, точек зацепа я бы вот на кабину или боковые бы прописал. Еще опять же, вот, да, хорошо, что мы умудрились на нем кувыркнуться. Вот так, в принципе, ну это все, это мелочи жизни, это вот точки зацепа прописать, это 5 секунд времени, да. Давайте сделаем еще скрин тракторком. Вот такой. Дмитрий меня все-таки на бревно хочет раскрутить, чтобы я бревно ковшом поднял, да? Ладно, поехали, ребята, поднимем ковшом бревно, попробуем. Так, тут-то нам никак не пробраться. Чтоб не объезжать уж там 500 миллионов километров на этом полигоне. Да, как говорится, слегка скощуним. Твою мать, сейчас разобьем трактор. Не, нормально. Не все так плохо. Куда мы выехали-то? Хрен пойму, опять не туда куда-то. Ну ладно уже. Так, или назад проще будет проехать.
Так, вон там где-то. Где-то вон там. Вот пиндосы-то какие, смотрите, пиндосы хрена с два переедешь. Так. И не ломаются же, зараза. Ну, сейчас сходу попробовать. Бах, есть, снесли. Так. Да что ты? Руль немножко, вот, конечно, побыстрее бы ему сделать. Смотрите, да? Скощунил вообще же по жесткой теме тут. Блин, елку не сломать. Да что ты будешь делать-то, я? Ёкарный бабай. Сейчас, 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 ребята, сейчас мы все попробуем. Так как Дмитрий тут у вас активно в чате тут все пишет, сейчас мы попробуем по просьбе Дмитрия поднять, значит, ковшом бревно это. Эх. Блин. По асфальту я бы уже, наверное, точно доехал бы. Что-то я погорячился тут по поводу сократить что-то где-то. Ой-ой-ой-ой. Ну все, тут уже немножко осталось. Ну, трактор, сама модель, сами текстурки, ребята, все просто классно, обалденно, не знаю, кто-то это сделал, для какой игры, но мод обалденный, ребят. Хорошо, что Сергей его привел с Финтайрос. Так, взяла у нас уже бревна, ушли куда-то, да? Так, давайте попробуем тут развернуться. Взять бревно ковшом, да? Ну, мне кажется, должен он взять, по идее, это так, если подраскинуть, как говорится. Оп, не то. Где? Захват, ковш, опоры. Ковш задний, где он тут есть-то? Что-то я уже запутался, из зеленый кой. Стрела, ковш. А, вот он, японский городовой. Ну что ж. Тест-драйв, ребята. Так, ну давайте попробуем. Возьмем длинное бревно. Ю. Японский городовой. Ну что ж. Так. Попадаем мы в козла-то, я не пойму. Блин, да, попадаем. Прям в самого козла и попадаем. Тихо-тихо-тихо-тихо. Стой-стой-стой. Так, надо нам пониже, наверное, опустить его. Как-то так. Да? Упс, стоп, машина.
и захватим. Ведь. Ну. Ага, что я не то сделал? Так, стрела. Хрена лысого, да? Я говорю, слабоватый захват тут. Чутка слабоват. Мне кажется, что слабовато. Так, давайте создадим среднее. Так, захват открыть. Эти козла уперлись, едрём батон. Козел тут так неудобно, конечно, тоже стоит. Могли бы козла и пошиши сделать для игры, да? Так, пробуем. Может быть, с земли бы он, ребята, и взял бы его. Хрен его знает. Так, стрела. Как. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Взяли, ребята! Взяли. Как-то мы взяли, короче, в итоге. Мы чуть хреновину. Я говорю, мне кажется, нужно прописать больше моторы здесь, помощнее на зацепах вот этих, на немножко поработать над моторчиками. Все он, ребят, берет. Земли, я думаю, это проще сделать, наверное. Тут просто еще козел мешает, понимаете? Давайте сделаем еще такой скрин. Блин. Как-то так. Все-таки мы это для того он и козел, да. Козел, конечно, и пошире бы козла вот дефолтом вот это сделать как-то более, чтобы можно было. Техника различная, ребятами мододелами делается, да. Различные там захваты, зацепы где-то по размеру вообще есть большие. Манипуляторы и все остальное, да, а козел, ну, он и есть козел, действительно, по размерам как-то не сильно попадает, вот. А так вот, ребята, сделали обзорчик на вот этот тракторок GCB-4SX, он у нас и экскаватор, и погрузчик, автор мода Сергей Мишин, значит, Сереге, конечно, респект за такой тракторок. Мод приватный, цена, вопрос цены трактора, значит, 400 колов, 400 рублей, ссылочка на автора, ребят, будет в описании под видео, проходите, пишите Сергею сами по поводу приобретения данного трактора, по поводу других модов каких-то, например, того же самого, Зилок стоит 4502, есть еще там моды. Можете уточнить у Сергея, может быть, еще какие-то моды есть, которые не попали на обзор, да? И все. Всем, ребят, хорошего отдыха, лета. Все балдеют, отдыхают. Здоровья, мирного неба над головой. Всем удачки, всем пока. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу. С вами был, как всегда, Драйвер 51 Рус.
Вот такой получился у нас обзор на приватный мод. На такой трактор, да? Сергею респект. Вам всем спасибо огромное за просмотр, за лайки, за подписку. И все. Наверное, я думаю, на этом, ребята, будем заканчивать обзорчик. Всем удачи и пока. We'll be right back.